Кубрикс – это алмазная мозаика, которую можно собрать по любой фотографии. Но главное – решить, что собирать, можно уже имея набор на руках. Есть два варианта цветов – черно-белый оригинал и сепия винтаж. Готовая картина будет одинакового размера А4 и там, и там. Но в наборе винтаж 7 цветов и 22 тысячи страз, а в наборе оригинал 5 цветов и 16 тысяч страз. В каждый набор входит основа для картины с клеевым слоем и защитной пленкой, подробная инструкция по сборке, стразы разных оттенков и пакетики для того, чтобы потом их не растерять, а на каждой упаковке со стразами есть маркировка цвета, стилус для работы, клеевая пластина и лоток для страз, а также крепление на стену для готовой картины. Чтобы получить схему по сборке, наведите камеру телефона на QR-код в инструкции, там же есть уникальный код доступа. Загрузите изображение, которое хотите собрать из мозаики. Лучше всего получаются портреты. Кстати, собрать можно как вертикальное изображение, так и горизонтальное. Выберите макет из генератора, который вам больше всего нравится, и отправьте инструкцию по сборке себе на электронную почту. Ее можно распечатать, если вам так удобнее, или же можно собирать мозаику, пользуясь интерактивной схемой прямо на сайте. Каждому цвету соответствует свой значок. Перед началом работы наберите стилусом клеевую массу вот таким образом. Освободите рабочий сектор от пленки, но не снимайте ее совсем. Клеевой слой желательно беречь от пыли и шерсти. Возьмите страз стилусом, он приклеится сам, после чего перенесите его на ячейку и слегка надавите. Он останется на поле. В результате вы получаете картину размера А4, которую можно повесить на стену или поставить в рамку.